сюда. Здесь, по-моему, есть сейва. Сюда две стэшки. Две стэшки. Там 430, пускай закатится еще одна. 62, допустим. Семеры. Пока останьтесь, блядь, вот здесь. Это обратно сейва. Остальные стэшки, которые остались, подожмемся сюда. Блять, в гору мы играть не будем. В гору мы проебем. Это факт. Видите, скрывайте. То есть ваша цель, вот в те стэшки, которые сюда поджал, ваша цель вот скрыть все то, что прокатывается внизу там. То есть нам не нужно, чтобы они. Нам нужно, чтобы они через низ ни в коем случае не сыграли. Потому что вверх мы по-любому не отыграем никак. У них сюда пожестче. Так, осталось у нас три танка здесь. Так, здесь у них никого нет, поджатых. Сороковой там. Блять, я не гору буду так и сильно разыгрывать, это нам плохо. Окей, так. Значит, давайте сделаем так. СТшки, которые здесь, перетянитесь назад. Перетянитесь назад. А семеры, которые здесь, да? Сколько у нас? Три семеры. Три семеры, перетянитесь назад. Сюда. Три семеры сюда. Ближе к камню. СТшки назад сюда. Только, блядь, мужики, с его там живите, потому что все-таки, блядь, с малиной такое дело, что тут одними блайндами могут быть. Нам надо, нужно разбайтить их на гору, в то время забрать у них базу просто. Ну, у них сетап пожирнее, у них чифтейн 260 и много стэшек ДПМ, ну, блядь. То есть, гору у нас у них не выиграть просто. По низу они... Димасик, как тебе там здоровье? А, там, походу, 7 хп у Шеридана осталось, сука. У тебя сколько? Блядь, хп? 1600. Окей, так ты там периодически чекай, чтобы они вот тут через эту залупу к нам не завернули всей команды. А народ, кто там стоит, вот тут еще нужен один, около РХМ-ки, да? РХМ-ка там будет вам периодически подсвечивать, нужен еще лишний танк, чтобы отрабатывать. 62-ка мне тут не нужна, 62-ка сюда, 62. Сюда. СТшки, я еще раз повторяю, все СТшки перекатываются вот сюда. Наоборот. Только семерки. Мне здесь нужны только семерки. Только семерки мне здесь нужны. Все. Отсюда Шеридан уехал. Он где-то будет возле горы лапить. Плохо. СТшки все 400, кто там еще остался? 430 тоже перетягиваешься назад. Семерки, смотрите, тоже не подставляйтесь там, блять. Если 430 уже подсвечивает, пускай подсвечивает, но старайтесь от него туда. Ну, сейвиться от его просвета. Я сейчас немножко к горе подожмусь, это возможно печально, но что поделать. Лучше, если они разыграют гору. Но нам нужно будет тогда агрессивно разыграть вниз. Поэтому 430 у перекатываешься сюда. 140 здесь. Сейчас. Шеридана, если видите, сбривайте. Так, две стэшки здесь. Чип здесь. Чип 430. Давай туда подожди, хотя бы, чтобы он не молодо. Димасик, да, давай попробуй там немножко свет подавать. Посмотри, что там по ситуации. Возможно, не все сюда перетянулись. Смотри, здесь мне будет опасно давать свет. Я могу сюда вот подъехать, светануть и сразу же уехать. Да тебя там 430 будет просвечивать постоянно. Семерки, приконтроливайте немножко 430 и там со 40-го сверху, который. Чтобы они меня не избрели в этой позиции. Сейчас жестко тут будет разыграть. Нам нужно забайть их на одно из направлений. Так, 62-ка сюда же двигается.
давай я к ТТ к нашим подъеду, просвечу горку слегка от их позиции и поеду назад. А, семерки, а вы сможете мне подсопортить, если 62 у меня упорится, если я буду ее отскачивать назад? А, ну пока... А, она просто меня подсвечивает, хочет. Окей. Блять, три танка здесь. Малые. Реактивные действия. У нас сильно растянута команда, поэтому пока что пас. Тут где-то чип стоит. То есть... Мужики, чифа надо отработать. Если видите семерки, отработайте чих. Блять, они меня сожгут. Уже стреляют. Смотрите, короче, какая ситуация. Просто сейчас все СТшками сюда падаете вместе с РХМкой. И просто пропушивайте это все. Пропушивайте. 705-й тоже. 705-й вообще может пацан выехать, я не знаю. Попробуй как-то так. Семерки, аккуратно дефим сейчас эту всю ситуацию. Вам нужно впушивать, все, пропушивать, забирать все, спасибо. Двойка меня будет забирать. Смок, я оттягиваюсь уже. Агрессивно это пропушивайте, не растягивайтесь. Агрессивно, 705, блять, не ожвари, по центру может просто похуярить. Блять, мужики, вот это вот я хуйню говорил, блять. Я ж попросил всем СТшкам находиться здесь, потому что, блять, это было уже изначально спланировано, чтобы разыгрывать базу. Смотрите, агрессивно пропушивайте, забирайте у них базу. Агрессивно пропушивается, трое становится на захват. Остановитесь, я поехал вперед. 705 уже смысл в того, что ты не поедешь. Уже нет, стой на базе. Бля, хоть сбивать надо. Хотя стоп. Не-не-не, едь 705. Насрать. 430-й тоже может съехать. Трое на захвате, РХМ-ка вперед. Или нет, РХМ-ка нет, значит, РХМ-ка на захвате стоит. 40-го сбивайте. 40-й! Не сейфся так сильно. А, ты со 40-м попадаешь. А, ну все, выиграть. Не факт, нас могут сбить. 907-й. Да, нас никто не собьет. 907-й. 907-й еще просвечивать вас будет. Вот. Я пойду сбиваться. Блять, надо его забирать как-то. Стойте, не-не-не, только смотри, подождите, должны в принципе раскатать. Только главное, чтобы вас не светанулся 40-й. Не стреляйте, блядь. Ну, сейчас да. 430-й, пробуй сбивать. 430-й, пробуй сбить один разок. А вы заберите 937-го. Отлично. Старайтесь не стрелять, отсвечиваться. Кто захват базы берет, старайтесь отсвечиваться. 430-й, один шот, просто один шот. За мной фонарища 430-й, за мной. Блять, 62-ка агрессивно. Блять, жестко. Отлично. Блять, там никто не светится вообще, сука. Ну, мужики, смотрите, в дальнейшем старайтесь не подкатить. Надо было агрессивно. Слишком мало танков заехать. То есть надо было, чтобы три на захвате было и там остальные байки.